ваша ноги пассажиры. Начинайте посадка на первую поезд. Привет, Леон. Покатаешь на поезде? Да. Покажешь вагон? Ну что, завтра будет, пойдем посмотрим. Завтра суббота будет. Да. Так, это узкоколейная железная дорога, да? О. А вот для пассажиров всякие столики. Места для пассажиров. Это у вас ретро-вагон, да? Да, у нас тут картинки есть. Да, там картинки есть. Сейчас. А, вот. Старинные фотографии, да? Смотри, какие лампы, да? Как в метро, прям в старых вагонах, да? Да. А, это ретро-вагон. Да, и еще картинки. Класс. Ну, показывай, что ты сейчас? Вот есть, вот еще один пост. Да. Дежурного. Еще пост дежурного, да. Еще огнетушитель. Огнетушитель, а там выход, да? А там еще один выход. Но он не работает. Он не работает, а, так это уже все. Конец поезда и выход, да? Да. Запасной выход. Понятно. Какой интересный вагон, небольшой? Шановные пассажиры, поезд облажается до виадука. Виадук железничный. Носовые пляги, что призначены для перегляду. Залізничними колями, великим кубом, штабні доки, зам'яним складом. Його довжина складає 100 метрів, а висота 20 метрів. Виадук було збудовано у 1954 році. А это такой вокзал в Московском? Да, у нас очень классно. Расскажи, что это новогодняя елочка? Елка. Вот у нас телевизор есть. Информационное табло это. Да, вот музей. Вот он там. Можем пройти. Ага, это касса. Красиво, возьмем копию настоящего вокзала.